Участник Мария Гаурик, собака Харпи. Движение рядом собака теснит немного при правых поворотах более сильней. Должна кругом показывать поворот более четкий. Пришлось группе подать дополнительную концентрацию, она теряла внимание и вообще периодически теряла оценку хорошо. Посадка из движения из хорошей позиции. Развитие должно быть чуть более правильным, немного собака теснит, собака выполняет быстро, внимание должно быть чуть более очень хорошо, работает проводник в этом упражнении. Оценка очень хорошо. Укладка должна быть более спокойной в развитии, выполняет быстро, энергичный подзыв, немного толкает проводника, оценка очень хорошо. Портировка на ровной поверхности. Немного нехорректная исходная позиция и немного не фронтальная позиция. Собака чуть поджевывает предмет. Оценка очень хорошо. Портировка через барьер. Небольшое касание было допущено и также немножко собака толкнула проводника с предметом, когда пришла. Прыжок через горку. Должно быть чуть более спокойнее позиция собаки при посадке и также немного толкает проводника. Высыл вперед с укладкой. Собака должна здесь показывать более четкий переход, и проводник допускает два раза здесь одну и ту же ошибку, поэтому сделала небольшой штраф при занятии конечной позиции, дополнительные фусы подаете. Очень красивое выполнение упражнения высыл с укладкой, но из-за этого замечания очень хорошо. Выдержка без замечания отлично, оценка очень хорошо, 91. Собака немного произносит звуки на движении рядом. Собака должна быть внимательнее на протяжении всего пути следования. Собака должна показывать более хорошие круговые развороты. И в группе быть внимательнее и немного теснит. Оценка хорошо. Посадка из движения. Собака немного теснит в развитии. Хорошо выполняет команду. Достаточно внимательная. Оценка очень хорошо. Укладка с подзывом. Собака немного теснит в развитии, выполняет команду быстро. Немного некорректно занимает фронтальную исходную позицию. Оценка очень хорошо. Портировка на ровной поверхности. С портировками здесь мы видели большие проблемы у этой пары с возвратом. Собака нервничает, очень сильно жует апортировочные предметы на всех апортировках и возвращается с большим замедлением к проводнику. Оба апортировка на ровной поверхности, апортировка через барьер недостаточно. Хотя прыжки через барьер очень энергичные, сильные, свободные. Прыжок через подзывом. Очень хорошо. Собака должна быть чуть корректней во фронтальной позиции по приходе. Высыл вперед с укладкой. Должна быть чуть спокойнее в начальной позиции и в развитии. И понадобилась вторая команда на укладку. Оценка хорошо высокая. Выдержка без приключений, без замечаний. Сегодня хорошо. 84 балла.